А во Фэйви? Ну что мы, смотрим сегодня нашего отца Фэйвилота Джексона Вона. А почему он отец Фэйвилота? Узнаешь в нашем чатике в Телеграме, ссылочка в описании. С его треком Pretty Please. Собственно, поехали! Ждем какого-то... Ждем! Wolves have always been one of the most loyal of species. They live in packs and create strong social bonds with each other. The gray wolves, in particular, are eternally loyal. What is it, man? 荔牌凍檸茶. 唔該, 荔牌凍檸茶. 加多兩個可樂啊！加多兩個可樂。 後面有沒有？ 打得像傻子嘛。 А, это вот работа разделения экрана, прикольно. Что уже нравится, это, наверное, фильтр, который такой фильмов 90-х, вот не VHS-кассет, а вот именно такой вот слегка потрепанный, что ли. Я думаю, вы поняли. Угу. Во-во-во, я вот благодаря этой вот надписи я понял. Японские фильмы, даже не тоже азиатские, там, Джеки Чаны фильмы, вот они были примерно такая вот потрепанная картинка, она какая-то вот, ну, как и VHS кассетная, но как будто бы нет. Ну, вы понимаете, о чем я. Мне вот такой нравится, такой винтажное, вот, винтажное. Вот то слово. Классно. Так. Будет какая-то любовная линия опять, да, у нас? Угу, поехали. Джексон, как всегда, прям самец-самец, готов прям вот сожрать тебя полностью. Такой хороший дядя, ня. Блин, на контрасте, скорее, даже не так, не на контрасте. Звучание трека прям, ма, такой полутанцевальный какой-то вот. Ну да, танцевальный. Тут как бы сам сюжет клипа, видимо, будет такой... Не тоже подростковая, такая типичная love story какая-то. Сейчас будет за невидимой идти, следить. Следовать за ней. Там, может, хочет ее там добиться. Ну, видимо, она ему понравилась. И как это нам преподносится с такими клишированными подходами в плане... Не в плане съемок. Как это правильно сказать-то? Того, что происходит на экране, то, что вот он делает, как-то пытается там, типа, не палиться, все устроить, как-то там спрятаться, чтобы она его не видела. Ну, типа, такого полудурачок, скажем так. Я забыл, как это называется правильно. Клишированный подход? Так нет. Короче, ладно, неважно. I won't touch if you let.
это даже на какой-то больше мюзикл похоже. Какую-то сцену из мюзикла, вот. Очень такое, да. Не, музыка классная, кайфовая. А-а-а, люблю такое. Такие даже слегка вайбы дает Майклом Джексоном и его триллером тоже такая широкая улица, да, такие танцы немножечко, ну, странные, скажем так. Прикольно, как они играют с зумом, эти подъезды, отъезды, и тут акцентированные вот такие моменты. Прикольно сделано. Блин, очень круто. Смотрится и слушается, очень нравится. Челики на фоне. Welcome. Блин, такие смешные. Ты чё, всё? Вот, я же говорю, типичный азиатский фильм а-ля Джеки Чана. Титры с какими-то там дублями неудачными и со всем остальным. В смысле это всё было в твоей голове? Я думал, ты за ней реально пошёл, там это вот такая love story крутая была, а ты за, так за ней и не пошёл. Братик, ты чего? Так все круто в твоей голове было. Прям мечта любой девушки. И не только девушки. Так все красиво. О. Не, то есть... Блин. Такого Джексона... Ну, после его Blow, там где был максимально вот такой горячий, зажигающий, просто там... Ты сидишь такой думаешь, ну, братан, это слишком уже секси, поэтому так это чуть-чуть приубавь. То здесь... Ну, очень близко, только здесь вайб слегка такой, более романтичный, вот именно такая, как вот первые такие шажки вот знакомства, когда вот конфетно-букетный период, ну, короче, блин, картинка нравится, сюжет прям крутой, мюзикл и музыкальный, короче, все максимально огненно. Я не знаю, тут, скорее всего, по тексту тоже будет без каких-то прям вау оригинальных подходов, но сейчас я почитаю и вернусь. Ну, собственно, да, по тексту без вау, все предельно понятно. Романтический сюжет. Но у меня есть информация, спасибо нашим Анбу. Я попал практически в 100 из 100 визуально. Короче, актриса, которая была в песне «100 пути», ну, 100, 100 ways, играла и здесь его возлюбленную. Нихера себе. Да, музыкальное видео было вдохновлено гонконгскими фильмами 90-х годов. Попадание. В клипе больше похожим на сцену из бродвейского мюзикла «Я попал», отсылающим к крайним клипам Майкла Джексона «Я попал». И да, по сюжету все верно, но
с маленьким нюансом, что там было вначале был показан по телеку волк, и Джексон ассоциирует себя с этим волком, который после наблюдения сцены, как девушка порвала со своим парнем отношения, он решил за ней как хищник приударить. И вот он прям за ней, прям что-то сожру там туда, все это вот. Но в конце, да, мы видим, что это все было в его голове. И эту вот брошку, что там было, он, короче, ей не вернул. Он остался с ней. Мечтать в своей голове, как бы это все было бы у них максимально красиво. Не, работа прям топ. Джексон, как всегда, вкатывает с трех ног и говорит: братанчик, я пропишусь у тебя в плейлисте. А я и не против. Вот. Так что это в плейлист, естественно. И да. Да. Годнота. На этом все. Спасибо нашим Анбу за информацию еще раз, нашим бустерам, чатику, комментаторам. Всем большое-большое спасибо. Все ссылочки на Телеграм и Бусти есть в описании. Залетай, подписывайся. А я ваш сенсей. Обнял, приподнял. И всем пока.